Начать. Так вот, прикинь, наша секретарша пошла к директору, все решила. Не пойму, как ей это удалось? Знаешь, у нее такие классные буфера, она их выставит, все проблемы сразу решает. Да неужели? Угу. Говорили, кстати, одна история была, прорвало у нее как-то дома трубы. Она вызвала сантехника, одела халат с декретом. Так слесарь ей все бесплатно починит, представляешь? Умеют некоторые. А если бы она к тебе вся такая пришла и покрутилась, ты бы ей не то что починил, а еще и доплатил бы ей, да? Мариш, ну чего ты? Да про что, Петя? Ты все о своих сиськах только и думаешь. Чего ты взвелась? Ну я тебе 100 раз говорил, ты мне нравишься такая, как ты есть, и форма груди у тебя идеальная. Как раз так, чтобы ладошка помещалась. Ты специально так говоришь. Мариш, любимая женщина, все идеально.